Мы находимся на территории Церкви Вознесения, которая сегодня отмечает свой юбилей – 25 лет. В честь этого важного и грандиозного события учителя воскресной школы «Жемчужина» подготовили множество сюрпризов для наших детей. Смотрите, сколько всего вкусного лежит на этом столе! Скажите, и ребята могут все это попробовать? Да, и ребята, и их родители, а еще у нас есть разные такие вот рецептики. Вы можете их брать, если вам что-то понравилось, и повторять дома. О, девочки, а что это вы тут делаете? Мы играли. А в чем суть игры? Кто первый всю фасоль в стакан соберет, тот выигрывает приз. Посмотрите, в какую интересную игру играют наши ребята. А что это за игра, расскажите нам. Наша церковь – это живые камни, и поэтому наша игра основана на живых камнях. Посмотрите, видите стенд. Здесь как бы шарики – это живые камни. И церковь, она… Люди, это мы тоже как живые камни, и враг иногда пускает стрелы в нашу церковь, хочет повергнуть, да, но церковь стройна, жива, и она всегда будет, и Божий народ, он, как и сейчас, 25 лет нашей церкви, и так и дальше он будет служить, и эти камни, они будут воздвигаться в нашей церкви на многие долгие года. Здесь мы видим очень много камней разной формы. И из этих камней дети могут построить церковь. Может быть, такую, как у нас, а может быть, какую-то другую. Но главное, церковь живую. Тебе нравится праздник? Да, мне можно. Я ведь праздник. Посмотрите, сколько здесь цветов. Скажите, что здесь делают дети с этими цветами? Ребята делают здесь поделку, потому что церковь – это благоухание Христово. А цветы благоухают. А что это ты такое красивое делаешь? Цветочек. Смотрите, сколько всего интересного здесь у наших детей на столе. Расскажите нам, что ребята делают с этой цветной солью? Как вы видите, на нашем баннере написано «Церковь – это соль земли». И наши детки, они делают поделки с цветной солью. Как видите, написано на открытке такой: «Вы соль земли», Матфея 5:13. Цифру 25 они намазывают клеем, потом сыпят солью, и получается вот такая поделка. Смотрите, детям даже дают вкусный сладкий попкорн. Тебе нравится попкорн? Да. Взгляните, сколько огоньков! Свечка – это символ света, поэтому все ребята могут получить имбирное печенье, украшенное глазурью в форме свечи. У нас вот тема, да, Божья паства, вот у нас овечки, как мы паства. Вот дети могут на качалках поиграть, а здесь потренировать свою меткость. Тебе нравится на нашем празднике? Да, очень. А на этой фотозоне каждый может примерить на себя бумажное свадебное платье, потому что церковь – это невеста Христа. А еще здесь есть фоторамка с сегодняшним числом, потому что сегодня день 25-летия нашей церкви. Скажи, а ты знаешь, что сегодня за праздник? 25 лет церкви. Понравилось ли вам, как спел пастор Церкви Вознесения? Я считаю, что в сегодняшнем служении это был самый лучший сольный номер Игоря Петровича. Как вы думаете, это станет хитом сезона? Это хит всей моей жизни.